Здравствуйте, кто ко мне зашел на канал, меня зовут Валентина. Сегодня мы приготовим с вами джем из винограда столового, вот как у меня розовый, мультиварки. У нас вот такой столовый виноград, там есть косточки, конечно, и кожура такая тверденькая, поэтому мы сегодня и будем готовить из него джем. Так как вы знаете, что виноград никогда не моют под струей воды, его просто вот окунают в кастрюльку и вот так вот проделывают. Моют кисточки вот так. И вот они обмываются, там вот он, видна грязь. Дальнейшая обработка винограда. Берем литр воды и на пол-литра пол чайной ложки соды. Размешиваем ее. Окунаем наш виноград именно в этот вот раствор содовый. Буквально на несколько минут. Ну, пускай минуты 2-3 полежит. Для чего мы это делаем? Мы обеззараживаем наши ягоды от разных букашечек, мелких жучков. Полежал наш виноград буквально 3 минуты. Мы его вытаскиваем и сразу же в охлажденную воду. Он размягчился, виноград этот, и будет хорошо отделяться. И так мы проделаем полностью с нашим всем виноградом. На 1 килограмм винограда добавляем 100 миллилитров воды и доводим до кипения. Доводим до кипения и выключаем. Теперь наши ягоды мы откидываем на дуршлаг и протираем, чтобы все косточки и кожуру эту твердую убрать. У нас сиропа получилось 2 литра, и на каждый литр мы кладем 400 грамм сахара. Ставим функцию тушения ровно на 2 часа. Через час мы откроем и добавим лимонной кислоты 1 треть чайной ложки на каждый литр. Смотрите, какой красивый джем у нас получается такой. Но он жидковатый, поэтому мы еще ставим еще разок, еще прокипятить, ну, может, на часок. Ставим мы на функцию уже не тушения, а варения, чтобы немножко испарилась жидкость. Смотрите, какое оно у нас получилось варенье. Вот я видела, смотрела по интернету, получается как компот такой, но у нас он густоватый такой. Остынет он, еще будет гуще такой джем. Вот если кто хочет, чтобы он вообще был густым, то добавьте, конечно, агар-агар. И оставим, вот у нас осталось еще 3 баночки по 550 грамм, и еще вот осталось на пол-литра. И закрываем. Разлила по баночкам и даю теперь им остыть.